Желательно минут 10. ВЛС, чисто ВЛС. И ссылочку куда это. Вот, ладно. Короче, все, начинаем, похуй. Начать. Я скинула, Марк. Спасибо, Лер. Напиши предложение. Чат, пишите, я вставлю. А нахуя мне предложение писать? Зарк, сука, рисовать не будешь? Убью, блин. Да я рисовал всегда красиво, алло. Марк. Блять! Надо не жрать. А, надо предложение написать какое-то, да? Да. Нет. Да. Все, я написал. Такое, которое можно нарисовать еще. Чипс! Да чипс там в Астрале, всё, блядь. Пизда, блядь. Всё, блин. Ты вставил монитор в материнку? Я себе в жопу засунул правильно. Блядь, это не поможет, блядь, в диагностике. Алло! Алло, дадим. Блять, а кто-то помнит сайт, где говорят уловные места русской рыбалки? Да ты долбоёб, мы играем, Дим! Так я играю! Я спросил просто. Будем объективными. Такая прическа не у меня. Какие нужно это рисовать вообще, блядь? Кто это пишет, нахуй? Какая соска, блядь? Что это? Шо? Блядь. Короче, блядь. Пизду каяску летим. Блядь. Кто идет? Ну, походу, я знаю, какая соска мне нарисовала. Рисуй правду. Блядь, в смысле? Что здесь неправда? Блядь. Как действие от меня? Ластик, братишка, там имеется такая функция. Я увидел, да. Кайфовая функция, однако. Кто не помнит сайт, как называется? Да уёбок ебаный! Я нарисовал уже, Марк, основное молчание. Охуенно молчать. Пока. Ребят, как называется группа, где рыболовные места? Ну все, чат, заебись же. Футболочку еще можно. Вот эту. Кто не подсказывает, ясно. Вот тут вот такая вот хуйня, типа. Пойдет. Пойдет. Что-то вот такое. Ну вот, это я. Бля, ебать, времени мало. Да это нормально все. Блять, ну вы бы поняли. Кто мне звонит? Кто звонит? Алло. Блять, Саня, ёбок! Ебать. Я тоже проверил сразу. Да, я знаю, блядь. Я знаю, наебал. Кекло, лазазаз. Так. Пизда, ничего не успел, времени мало дается. Что это, блять, ну что это? Чат, что это? Бля. Это Бибер. А это ну Долик. Давай. Бэм. Ой-ой-ой. Блядь, да почему... Бля, ебать, сообщение. Кстати, спасибо. Актуальная хуйня сейчас это именно. Кто нарисовал, тот шарит. Я из румы кикнул, Аня? Да. Там что-то все замочали резко. Ой. Все просто сосредоточены, как все. Все просто вточены. Чикс, чикс, чикс. Блять, ладно, похуй. Ребята, в Юнке сейчас как клёв. Бля, я тебе просто в рот ебал. Бля, он говорит, хуёвый пиздец просто. На сама точно ходить не надо, блять.
Ну вот коробка, блядь. Будь здорово. Бум. Не наебывай, Слейд, блядь. Блин, у меня так много матерись. Меня это прям раздражает. Не хочу материться. Да матерись, мать. Ты грубиян. Ну как я красивый могу нарисовать? Я же не художник. Все, короче, нормально. Я понял, бля, охуенно. Красным. Да нормально, чат. Я художник, я так вижу. Это губы, они... блядь. Ебать. Че мог бы выспаться? Авилона разбанили. А Тори? Каждый день вижу эти сообщения. А, блядь. Я проверю на всякий. Я тоже проверил, не. Можно в чате проверять, вон. А, юзер. Юзер. Ебаный водка, это ты нарисовал? Будь здоров. О, спасибо. Будь здоров. Сам ты ебаный. Тоже верно. Вот это на Марка похоже. Да, да, попизди, Волвейв. На твою... Давай, скажи на кого. Ну-ка. Я не буду. Я на не... маму ну-ка, давай. Твою я похож, я выше этого. Сам. Я выше этого. На мамку твою похоже. Дэвил, да его можно. Да потому что Волвейв реально умалишенный хуйло. За тих, что? Тих, за что? Не за понял. Что, Марк? Ну, совесть-то имей. Бля, ебать тут фантазеры, я хуею. Что? Так, нахуй. Тут надо именно подумать сейчас. Бля, тут надо проекцию рисовать. Я успею. Вы что, ебланы? Ты такой, братан? То есть тишина, как и ты решил на это задать, да? Не знаю, братан. Я цилиндр нарисую. Что я рисую? Вот написано, что сейчас я рисую. Именно, вот, сейчас именно капец будет. Именно это лучшее все, что я рисовал. Бах, вы в итоге во сколько идете? Ну, с трех где-то. На вечер? И там до вечера, прям. А что там будет, там рэпера? Да, да, там все, короче, рэпера? Бля... Платина, Дора, Дора не будет, к сожалению. Король и Шут Бах. Будет? Нет, не знаешь. Не, Дима, король и Шут. Там баскет потом подъедет еще вечером, там потом это, блядь, автопатия будет. Как-то Боярышник или как-то... Боярский. Похоже, чат? Боярышников. Блять, я говно. Я так и рисую. Блять, я не знаю, я надеюсь, ну, типа... Все, найс. Хорошо, что есть зарок. Потому что, бля, я рисую просто пиздец. А, типа он хуёвый тебя рисует? Ты да, по-моему, да. Братан, я блядь. Рисую, мне самому, блядь, плакать хочется. Это чел, который, блядь, в гарчике, знаешь, типа, когда задание там, рисуйте квадрат, блядь, он рисует. Да, скорее всего, блядь. Ебать тут рисунок просто какая-то абстракция, не бля. Мау.
Последний рисунок пацана. Трек долгий. Чипс. Короче, о, кстати, музыку же можно поставить, ебать. Ну, побухопить можно зайти. Реально. Бля, можно побухопить, говорить. Ну, а чё, я не... Помоги играм будущего стать лучше, пройди опрос, да как нехуй, братишка, чё такое? Со второго... Бля, водка, я тебя ненавижу, нахуй. О! Бля, это лучший человек, кто это придумал. Я заебался уже рисовать людей. Я отвечаю, я устал уже их рисовать. Ты просто решил сказать, что ты меня ненавидишь? Да это твое, блядь, сообщение 100%. Блядь, чтоб в конце добавить сейчас БКС, блядь. Уже это мог быть. Нет. Чата, как клипсу выставлять, не помните? Блядь, ты вообще охуел, Дим! Что? Я все сделал уже, блядь, ты охуел? Бля, Гандон там по точке просто рисует, походу. Чат, я не художник, я как могу, так и делаю. Я не художник, я актер. Все. Вот это последнее я от себя добавил. Удали быстрее. Все, чупительно просто. Вот не подсматривай вообще за моими творениями. Ты раскрашиваешь еще? Дружище, я ответственно подхожу к рисункам. Ребят, еще не подскажете, каша горохова есть у кого-то? Это последняя просьба. Просто пиздец. Кентаджис? Кентаджис? Лайт, мог не писать, и так. А чё вы готов не нажимаете? Мы из-за этого дольше ебём. Да подожди, я ещё рисую, вы чё, охуели? Всё, базар ноль. Мало, так. Мало ли вы закончили. Ну там задание разное бывает. Просто художество будет, пиздец. Не-не-не. Да-да-да. Ай-яй-яй-яй-яй. Как назад отменить действие, блять? Вот а никак. Никак. Ctrl-Escape. Ctrl-Z же вроде, не? Да. Чё там Z? Какое? Ctrl. О! Кафу, кафу. Поехали. Skills чинит компьютер в прямом эфире. Я фразу с чата. Блять, ты тоже компьютер рисовал? Это если чё, кулер, идите нахуй, блядь. Бля, почему у Сыса три волоса? Алика Секс... Кстати, нихуя себе. Кстати, нихуя себе, нормально, Диман. Нет, я хуесос. Ну, блять, так Диман неплохо. Кстати, вы рисовал. Хорошо видюху рисуете, на самом да, деле. Да, да, да. Уже взорвалась видеокарточка. Бамонти. Бля, как же жалко Сыса. Как же жалко Сыса. КС ГО сейчас бы стяг. Ну, конечно, блин. Ты же это написал. Бля, просто вот эту картинку можно на все времена использовать. Бля, это в чат Диме Ликсу добавляйте. Это идеальная хуйня, мне кажется, нет? Это я нарисовал. Почему я это прочитал голосом Бахи? Ну чат, ой, я старался. Чё, флекс футболка? Бля, вот это самый классный. Ну там три, Диман, там ты гений, спасибо большое. Я за секунду рисовал, отдыхал раунд. Гениальная хуйня. Бля, сейчас я... Бля, Лещ сел, сука! Лещ сел? Компьютер скилл за сломался. Я тоже написал компьютер, актуальная проблема на сегодняшний день, именно вот самая такая, пиздец. Блять. Аватар стоит, негодует. Ух, Хантика, сгорела коробка. Это Хантик, блять. Ебать, я жилистый. Бля, ты шея, у Ханта сгорит комп. Ебать, языки пламени. А, это ком. Ух, антика сгорел ком. Блять, да у меня все нормально, нахуй вы сейчас накаркаете, блять. Сигарету какую-то, блять, просто тушит реально, блять. Кувшином, блять. Никто не хочет скидывать вебки.
У меня такого даже близко не было. Опасался. Никто не дал ветки на стриме. Это снизу собака там? Да. А, блядь. Кудрявый плачет перед компом. Кудрявый. А кто такой Долик? Я. Понял. Сыс плачет. У него реклама хорошая, от Вахи залетела. Интеграция. Блайзлай PC, кстати, не горит, если что. Бля, все про сыса. Это просто вымысел. Зарка сидит на балконе. Это вообще пиздец. Какой балкон, нахуй? Нихуя себе балкончик. Три дня дождя, проверим. О, актуалочка, да, актуалочка. Чё, блядь? Он, короче, под это был. На последнем концерте. Дмитрий. Под хуйнёй. Понял. Кто был? Ебан. Три дня дождя, Глеб. Да, да, да. Его, короче, даже сняли с этого. Ну, короче, он не будет трек выпускать. Мужик, я Дима. Сейчас бы КС. Он объёбанный был на последнем концерте. 20 кг, блядь. Блин, кто предложил? Кстати, Баха утверждает, что он был пьяный просто. Пьяный? Да, утверждает, что да, он был. Да, конечно. Ну, не, я просто видосы видел, не знаю, можете просто под алкашкой такие вещи говорить, пиздец. Пытался максимально. Один в один. Не, я максимально похожим пытался. Здоровелла. Ой, ебать, охуенно. А что ты меня слышишь? Над ведром больше постарался, чем над Маркой. Так да, я потом в конце уже, когда печать начало нарисовал. Магнета. Я вообще не понял, что писать. Да хватит этот смайлик в чат кидать, вы заебали. Оливку, говорит. Ну это оливка, типа маленькая, просто какая курочка. Сань, ты видел смайлик? Он оливка похож. Вот этот в чате у меня. А ты на мать сильно в этот момент сейчас говоришь. Что это? С фонбетом у меня картина. Саска стоит, больше не играет на флейте. Соска стоит, знаешь. Дим, ну ты дурак. Чё? Соска. Как я это рисую? Звонок в дверь. Понял. Звонок в дверь, блядь. Где там дверь? Хантик, пуля. Хантику звонят в дверь. Бля, кто такой ловлю на фидер? Доска для зрения. А что это, блядь, вот это вот? Ну, типа, доска вот это, где там, типа, смотрится, зрение проявляется. Нет, ну, Ханчику звонят на дверь, а там... Ханчик собирает на стрим люди. Братан, бля, почему все про меня? Я не знал, как это нарисовать. Художественная фото. Еблан, блядь. Марк собрал Гартика, а мы хотим скуро флаштаком. Блядь. Какие вы уёбки. Давайте. Просто Малыча тоже люблю. Похоже на Рафлан Булдыгу. Это порисовать. Это пицца, блядь. Челик просит пиццу. Не, ну тут я попотел, пиздец. Блядь. Мне нравится, как у деда, знаешь, вот начало рисунка, он старается, а потом опоку. Я говорю, я второй момент уже начинаю рисовать, когда пищит от хуятина. Гоплагиат, выбирайте, что рисовать будете. Погнали. Давай. Блядь. Ща. Погнали все один рисунок. Красивые не, картинки не, не. Легкие. Давайте у Марка за глазами договоримся один рисунок нарисовать. Я уже вам в ТГ скинул. О, все понял. Че ты скинул в ТГ? Че делать-то надо? Дим, придумай рисунок. И сейчас лещало, видимо. Все будут рисовать рисунок, который вот ты нарисовал, и перерисовывать. Ну, блядь, сейчас, пока придумай, я запущу, потом будешь рисовать. Когда его думать. И потом каждый будет перерисовывать рисунок. И ты должен будешь также запоминать и перерисовывать следующий рисунок. Mm-hmm. Будь здоров. Будь здоров. Спасибо большое. Бля, ебать, что-то рисунки все сложные. Бля. Все, я выбрал себе я рисунок. Рейдем. Не знаю, как получится. Чат, что нарисовать? Я тоже готов ебашить вообще изображение сейчас полное, миленькое. А что я как какой-то, блядь, на отшибе сижу отдельно от всех вообще? А места нет, к сожалению, нет свободных пикселей. Отсадили. Я могу уступить. Ко посади меня к ней. Водку, посади ко мне к ней. Давай, давай. Я могу уступить. Чья одна как все, переноси. На... А, давайте оставим Хантос одного слева, все серьезно. Просто в карцере одна просто бросили девочку. Реально изгой просто какой-то.
Мы сами не можем бегать. Ладно, окей. Лер, мне кажется, лучше одной быть, чем с ними. Пингвин, ты хейтер. Хотя не, ну это халява. Бля, как же ему похуй. Вообще. Ну вообще похуй. Тантик уебан. За что? Хантос. Не слышит? Да, да. Хантос! Да, здорово. Пересадись вправо, нам Леру пересади. Блять, сука. Я сейчас включу. Все, let's go. Я выбрал. Готово? Да, я сейчас хуй вытащу на экран. Давай, давай. Давай. Пересади. Давай, я готов, дед, мне похуй. Да пересади. Гузгуздак сейчас резко просто. Все, вы готовы? Давай. Чат, у меня сейчас такой охуенный рисунок, блядь, это пиздец. Типичное говно сейчас нарисует. Заливал. На второй экран, бам. Блять, у меня поклепка началась, сука. Да, блять, Дима. Диман, похуй. Ты много не потеряешь, поверь. Мар, ты банихопишь, блять, у меня на стриме, сука. Мне похуй. Я ни разу тебя не банихопил на стриме. Угу. Дим, даже у Вади банихопил. Сейчас скандал тебя именно. Тебя никогда в жизни. Чат, кого уже напоминает? Ебать, она долбит его нахуй. Дим, мы рисуем. Я нарисовал уже, бро. Как ты так быстро нарисовал уже, бро? Ну, а вот так вот увидишь, Маркушенька. Ебать, лещага! Чего? Мотает, мразь! А, карась 500 грамм. Чего? Чё ты такой сильный-то? Полная концентрация сейчас именно. Пиздец. Если мой рисунок достанется Зарку, это последний гартик, блять, у меня. Братан, ну что я сделал? Без хейта, братик. Могу постараться, скажи, что нарисовал. Да похуй, брат. Как вот душа лежит, так и рисуй. Старайся, не получится лучше. Да, там вообще похуй. Полный трайхард. Ну я не, прям вот, стараюсь. Я в рисовании, ну прям просто, блядь, пиздец. Сильный? Я не могу, блядь. Я очень стараюсь. Гвин, видел вчера стрим? Каши. А что там было? Они там, ну там было весело. Там был этот Хесус, Каша и СПБ. БСБшник это свое. Бля, не успеваю ничего. Кто такой СПБ? Нахрен. Ну, там политолог один. Супер агрессивный. Я понял, да. Черебас. Ебать, он там горел. Ебать, мне Каша реакция нравилась. А где это посмотреть можно? Хуй знает. В дурке, блять. В ТикТоке у Хеса хуй знает, где можно смотреть. Цвет не меняется, сука, ненавижу. Бля, чат, я, по-моему, вообще охуительски нарисовал. Я такое ощущение, что я заменяю Юечку и рисую няшные картинки. Так и есть. Это ощущение просто, дед. Ты тише там. Чат, как вам? No time. Бля, я хотел котика нарисовать, а получился хуй. Что делать? Как так вышло? В смысле, блядь? Ладно, Зарки, я беру свои слова назад. Ты не самый хуёвый, блядь. Сори. Конечно, я это срисовал. Я, блядь, не умею рисовать. Не, просто на картинке выглядит круто, а у меня получился просто хуй. А так всегда. Типа, это пиздец. Бля, звонят, ёбаные гости, пизда.
Ладно, похуй. Я старался как мог. Это реально хуй. Ну просто тут надо было ручки нарисовать, а у меня вообще не получается. Поэтому я оставлю котика без ручек, он будет похож на хуй. В целом... Короче, булщит, бля. Главное, чтобы мне не попался рисунок, блядь, вот, типа Юички какой-нибудь, который там, блядь, просто пиздец. Надо максимально простые рисунки рисовать. Я максимально простой сейчас нарисовал. Все. Бля, я глазик не успел нарисовать. А, да? Ебать. Ёбаный, ты ж в рот. Похуй, фоткаю, бля, фоткаю. Похуй. Я не буду фоткать, я как вспомнил, так и нарисую. Я тоже фоткать не буду. Я фоткаю, бля, у меня память как у рыбки, нахуй. Через 3 секунды чертовать буду. Я понял, Гвил, что ты нарисовал. Извини, братан, тут пизда твоя. Ты даже это не сможешь повторить, ты что, совсем конченый, блядь. Я уже забыл, я просто кнопку нажал. Там я хуй забыл. Нарисован, долбоёб, ты даже хуй не можешь повторить, блядь. Подожди, братан. Ёбаный вот, ты, сука, блядь. Не-не-не, у меня получится, верь в меня. А кто чат? Бля, чат, потому что я не скриншочу. Я не крыса, я не скриншочу. Ой, не скриншочу. А, вот так ты нас называешь, да? Я нарисовала. Кто-то эти простые рисунки за два шага, блядь, юзает. Ты случайно рисовал. Все? Блядь, точно, вы правы. Братан. Ты крыса, тебе чат помогает, а ты нас еще называешь крысами, что мы фоткаем. Я же все равно не вижу рисунок. Ну, а ты же вспоминаешь. Птенчик еще. Ебаный ход. Блять. No. Короче, похуй, извини, Гвин, пожалуйста, прости меня. Ой, блядь, да ну да не гони, ну сука, ну хоть это похоже на что-то, блядь. Только нахуй. Бля, я в 12 нажал, ёба. Я не успел. Ой, охуенно. Понял, я понял, что это дерево ебливое рисовал пикантик. Нет. Из Мстителей. Охуенно. Нет, я тебе очко ставлю. Понял. А, блядь. Извините, чё, не так... Кто там старался? Ребят, Гартик фон не рисуем, это чит, нельзя так делать. Да, объясни это Дмитрию Ликсу. Дмитрий Ликс? А, кто-то нарисовал уже Гартик фон? Блядь. Лер, ну ты понимаешь, что не получится ему объяснить? Да. А как ты поняла, что это он? Ну, потому что он сказал, что он... Нарисовал, и мне пришла картинка Гартик фон. Бля, вычислили. Да он и не скрывался особо. Добавлю деталь вот такую. О! Не успел нарисовать, я ебал. Имба. А, вот и писька подъехала. Всем привет, ребят. Вместо котика. Ты реально хотел кота нарисовать, а просто пенис или какой-то волос. Да это хуесос, блять, на этом испортил кота моего. Да это ты пенис нарисовал, я не знал, кто да это ты пенис, но не пенис. Ой, я тоже это услышала. Пари-пари-пури, пари-рари-рам, пари-пари-рарам, парарам. А так быстро? Да, братан. Ебаный рот. Как дорисовать нахуй? Что это за говно, блядь? Как-то рыба меч вообще не знаю.
Блять. У меня с памятью, походу, проблемы какие-то. Блять! Ох, ёлки, вот это котик. Басик. Ебать, котяра, блять. А иди же заливать можно тупое создание. Почему я, сука, вручную? Боже, бля, я только сейчас понял. Это так облегчает. Это piece of trash, нахуй. Я добавляю цвета вашим картинам. Блять, я не успел. Бля, ебат. Хуйца. Ребят, я вам советую скипать сразу же в секунду, потому что так у вас быстрее в памяти. Ой, все, я забыл. Вот так же было? Пойдет. Уху, пойдет. Ну, вроде так. Так пакетик рисуется. Ладно, я немножко на пакетик еще рисую. Дошел, ебаться. Теа. Писюнчик. Так пакетик это, блядь, ты, сука, с интернета взял, нахуй. Я, да. А ты что думал, блядь? Ты сам придумаешь, что рисовать? Пакетик обычно, да, в побеге был. Я забыл, что там было, похуй. Пускай будет вот такой чувак. Кто-то просто чай нарисовал, блять, и все. Найс. Все, короче, блять, только уж успел раскрасить. Нихуя. А, так вот. Я не успел. Я старался. Ой, ебать. Ребят, если немножко подруиню, ребят, сразу извиняюсь заранее. Просто сразу шутканул, просто завез, короче. Ну просто я бы не успел нарисовать эту хуйню, реально. Бля, ты убил. Нормально рисунок, извиняюсь. Я не успел. Просто интересно, у кого проблемы с цветами? У меня. Баха, мразь. Да я бы не успел, Марк, реально. Баха, блядь, все пытаются, а ты мразь. В этом и смысл, блядь. Я пошел более легким путем, согласен. Он... Ну вот, нормально дошло. Типа, смысл дался, это самое главное. Баха, минус вайп. Пиздец, а гнали на Зарка зря, блядь. Да не. О, я помню, я рисовал такой же рисунок. Да это красиво. Ну я от себя еще зелёно добавил так, чтобы разноцветно было. Я тоже добавил от себя. Ну пиво пиздато, кстати, еще. Ну, кстати, тут все равно понятно, что это Грут. Вот это уже не особо. Я забыл полосочки, извините. О, вот это понятно, нормально. Это собака это, нет? А вот это понятно, братан? Вот это уже нет. Блядь. Это его уже жмыхнуло жестко, блядь. Ловлю на фин. Хорош, хорош, Диман. Чел такой, блядь. О, бах, милота. У меня кексик. Блядь, вы все в картинке, блядь, зашли, блядь, легкие рисунки. Так так и надо, да. А я забыл, как он выглядит, кстати, этот кексик твой, блядь. Не, я идеально забыл. Я плохо рисую, не знаю, печенье, какое-нибудь Орео подошло. Это кексик был? Не, да. Бро. Не, ну пока вроде все сохранилось. Не сильно. Кроме цвета. Ну. Это кетчуп, все, короче. Он рыбачит. Просто корона осталась. КС. КС. Бля, водка, как ты заебал. А, я сердечко забыл. Хватит КС-ку. Не, КС-ка вообще имба ебана. Пропаганда КС-ки уже надоела. КС-ка рыгота ебана. А еще Source 2 летом дропнется, вообще сказка просто. Там шоу матчи день за днем. А, вот чай дед нарисовал. Да, красивый пакетик. Милота. Милота. Ликс руинит? Нет, тут именно это не Ликс руинит, а сука баха. Стоп, а Дима вообще тут? Дима тут? Да. Ему похуй, он там тянет уже что-то. Я здесь. Уже рыбач просто. Не, ну рыбалка у меня независимо от этого идет. Пусто. Диван, ебать ты мразь, только похвалил тебя, ублюдок. А что, я пропустил? Да! А, это я случайно, сори. Ну, блядь, там просто лечник пошел, ёпта, блядь. Там в этот момент клевало, блядь. Вот, сейчас, смотри. А, вот крица-то, понятно. Понял, братан. Мурмяу.
Ну почти так. Вот, блядь, Димана, походу, перешло, все, я понял. А ножки появились, блядь, упростил, блядь. Сорян. У Марка какой-то шарош летающий, не знаю, гелевый. Слушай, ну походу до конца доживет. Упал. Косточка просто стала косточкой. Упал реально просто, блядь. Go, Johnny, go, go. О, у меня его даже близко не было, блядь. А кто это? А как ты? Это я, братан. Нормально нарисовал, пацаны? Бля, Рафлан Мача, блядь. О, блядь, это я помню. Это я помню. А, ебать, вы крысы делали из моего рисунка. Ебать. Уже трусы появились. А пиво это кто, блядь? Я вообще подумал, что там муху не нарисовали, блядь. Да. Я забыл. Бля, Баха, блядь, нахуй на кол. Так там 5 секунд давало, чтобы нарисовать. Слава богу, я вообще типа... На колу, ёбка. Ну, вот Дима Ликс. Бля, ебать, старался Диман по цветам тоже. Да, блядь, в следующий постарался больше, чем он. А, это Гартик Фол был по итогу, ё-моё. Нихуя. Ебать. Зато смотри, как идеально всё смотрит. Да, другого даже запоминать не надо было. Там просто же обвести то, что вас посередине. А, пиво пришло. На этом моменте как бы я так вижу. Это ослик и Авид сзади, да, блядь? Только, блядь, вот цвета. Нет, уже эти. Уже спереди. Нет, это кто-то у ослика и А сзади. Выскакивает. Блядь. Альбом «Пылесос». У меня тоже не было, кстати. Не, кстати, через... Понятно. Блядь, это цыплёнок. Через полчасика? Как испортил-то? Через полчасика можно и в КС пойти. Бля, вот это... Я бы сейчас пошел, Маркуш. Не-не-не. Если вообще есть варик. Начала смокинг. Максимум через полчасика, а там посмотрим. Да не, я, кстати, не особо заруинил первый рисунок. Как вообще, посмотри. Очень красивый цыпленок. Блять. Еще и цыпленок немножко как будто этот. Ну ладно. Убегает от него просто. Почти. Че, делаем этот? Дополнение. Слышь, тут новое. Марк, а ты потом КС будешь делать, да? Когда не делаем. Ну, возможно, сделаем. Сыграйте одну без меня, я пойду тогда помоюсь быренько. Не, если ты запускать будешь, то я не буду с КС точно. Не, я с тобой в КС сыграю, я поэтому сейчас помыться пойти. Ну, я просто понял, Гартик, я хуёво рисую, вот в чем проблема. Да, бля, нормально ты рисуешь. Вот, я пойду помоюсь и все, и приду. Ну ладно, давай, Диман, тогда приходи на КС. Да, давай. Не, подожди, тут, короче, новые режимы есть. Тут шедевр, создай произведение искусства, играй в один ход без ограничений по... А, ну это хуйня какая-то. Напиши рассказ, отталкиваясь только от предыдущего предложения. Это хуйня тоже какая-то. Начинай с незавершенным рисунком. Рассказ от предыдущего — это имба, это как эта история получится. Во время каждого хода добавляется одна часть и теряется другая. Вот это, кстати, прикольно. Творите вместе, начиная с предложения и добавляя собственные штрихи к рисункам. Бля, ну вот недостающая часть прикольная. Ну ладно, давайте этот, дополнение. Давай. А может, тестим новую вот эту недостающую часть? Бля, просто если, если хуйня потом пересоздавать, вот это не особо. А ну хай пересоздать, потом в КС-очку пойдешь просто и все. Не пойду я в КС-очку, блядь. Нормальное тело. Как это? Ликс уже готов, пошел к КС-ке. В смысле? Да не, ну, блядь, ну, подождите. Короче, давайте дополнение, похуй. Он уже ботиков расстреливает там, типа, ДМ. Так Диман у нас отошел, блядь. Да, не, да, Диман да. Не будет. А мы его кикнули? Его просто скипаться будет, по сути, или нет? А, это Baselines. Я вышел, okay, если что. Ты вышел именно с сайта? Я вас один из восьми, блядь. Я вышел из комнаты. Ну ладно, похуй, блядь. Ну, у меня вообще, Сань, писалось там один из семи, вот, в лобби, если что, поэтому хз. Бам-бам. Ебать, я забыл! Базовые линии не рисуйте, блядь, весь рисунок. Блядь. Бля, братан, извини. Лёра все поле изрисовал, сорянчик. Сорян. Ёбаная ты тварь. Ух ты, блядь, ух ты, блядь, ух ты, блядь. Бля, какой же ты хуесус ебаный. Кто? Линии просто линии. Обсыкал руки, нахуй. Просто. Это какой-то долбоёб сделал, вот. Это по-любому Зарк, по еблу слышно. Бля, Зарк, ну ты мразь, зачем?
Ну вы сказали, когда я уже дорисовал, нахуй. Бля, что это делать-то вообще, нахуй? Что, Зарка? Включайте фантазию, ребята, ну вы что, блин? Зарка вообще... не зовем никогда больше. Не фантазеры, блин. О, понял. Ребят, фантазию включайте, ну у вас же в голове должно быть что-то. Там, братишка, Двин. Настолько пусто, ветер задувает. Ебать, короче. Хуй знает, я просто меня гидаю, хуйня еще, бля, пометила. У меня тут гиена сутулая какая-то получается. Ой-ой-ой. Да-да, я просто ее нарисую как раз таки. Ну, допустим. Так. Бля, я не люблю столько хуйни рисовать. Это пиздец, неудобно. Ты ничего особо не можешь придумать тут. Бля, не хуйня. Ёбок, блядь. Почему вы агрессируете? Я скипну его рисунок, вот эту хуйню, которая у него была. Я скипни, нарисуй крысы, ебаная, постарайся. Я тебя выебу, блядь. Мозг напряги свой, жучара. Урод. Себя скипни. О. Найс. Тебя скипни, урод, ебал. Я не успел нарисовать. Постарайся, говори. Блядь, идите в пизду, блядь. На какие, сука, кресты ебаные? Вы чё, сука, с утра не проснулись? Кто линии рисует, сука? Бля, как же плохо. Пизду, я сейчас, бля, я сейчас, сука, с ваших крестов буду противотанковые ежи рисовать, я вам отвечаю, нахуй, погнал, блядь. Да нахуй. Да хоть что-то нарисуй, блядь, дед. Я поляну с твоими там нарисую. Блядь, что такое, нахуй, че я зарисовать? Та-ра-ра. Та-ра-ра-ра. Что это, блядь? Да, блядь. Пропитый немножко. Прикольно у тебя получается. Да не подглядывай, сука. Какая разница, блядь. Специально, чтобы в конце посмотреть. Мне тут три линии, блядь. Я уже закончил. Добавил еще по одной. Ебать он. Кинтозавр. Мой любимый резко начинает. Блин, это круто, прям. Бля, мне очень хорошо его, блядь. Ну, подглядывай. Какая разница, блядь. Пойду тоже посмотрю. Почему? Да не подглядывайте. В ушах глаза. Ой. Бьюся. Все, смеялся. Устал. Сука, звонят, блядь. Чат, ну как? Норм? Блядь, ебать, его ебало. Ой. Да нет, бля, хотел написать VC зомби, а в итоге понял, что, блядь, у меня только две буквы, блядь. Ой. Ой, человеческие две линии, нормально. Ну,
ну бля, ну тут все, я не знаю, что тут сделать. Чикс. Маршмеллоу слишком легко, чат. Пизда. И могилы с озером, блядь. Полная фокусировка сейчас идет именно. Вообще пиздец. Пипец просто. Бля, какой я цвет. Я там вовсю, бля. Да бля, я не хотел маршмеллоу рисовать, похуй. Бля, ну тут все заруинилось, пиздец. Ладно, поебать. Бля, что я сделал вообще, ебаный хуй? Ладно, похуй. Бля, я с тобой согласен, я заруинил. Волкман, Волкман, поняли? Все, похуй. Ауриху! Ну, бля, я просто не хотел маршмеллоу ебучий рисовать. Все, блядь. Бля. Бля. Так, ладно, похуй. Я знаю, как это обойти. Бля, не знаю, сложно. Сложновато. Ладно, попробуем. Тяжелая хуйня, конечно. Физически. Устал типа тише? А? Устал уже? Вообще не могу. Мне немного рука устала. Бля, может у тебя лейкемия, блядь? Кисть просто в ахуе находит сейчас. Такс. Там у Димана грустный кружочек, ты говоришь, кстати, по поводу компа, бля. Димана? С Козора? Да, прям это. Такой, бля. Не весело. Бля, короче, хуйню какую-то рисую, бля, не могу ничего придумать, ну похуй. Не хватает у меня фантазии, блядь. С линией очень сложно рисовать. Бля, какой телесный цвет у нас. Блять, не успеваю. Ладно. Похуй. О боже, это что такое? Ебать.
Белла чао, белла чао, белла чао, 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 пору туру, ту ту ру 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 ту ру ту 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 ру ту ту. О, партизано, портами виа. Чао. Моя песня. Не балуйся. Белла чао, белла чао, белла чао, 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 ту ру ту ту. Ой, я хуй знает, вообще у меня не работает просто мозг. Я тоже что-то туплю. Блять, что-то вообще не похоже нахуй. Ёбаный рот. О, придумал. Так. Ты типа этот, Джим. Мориарти? Кто, бля? Бля, нет времени. Пипец. Блять. Ой. Кесточка фолстару фолстакам залетела. Бля, ну что-то, конечно, успел. Да. Блять. Я тоже не успела. Идея была хорошая. У кого типа триллиард линий просто? Кто вот это? Кто? Это, что это за Азаркевич? Азаркевич, то что? Не, просто не, не, будет не, проб, не, это не знаю. Не, 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 не. Я ничего такого не делал, ребят. Вы зря так как бы. Я ничего не делал, даже не рисовал. Не, даже не рисовал. Я себе просто сижу в ФК, ребят, просто так. В Дискорде. Бля, сложно что-то, сложно, сложно. Так. Бля, вообще хз. Опа. Я вообще забыл музыку включить. Бля, я на концентрации работаю жестко. Главное, чтобы мою задумку никто не заруинил. Ее никто не заруинит, только ты только рисуешь здесь. Долго ебся смеяться, блядь. Ну, бля, идеально же. Ты ливнул, не пережил позора. Удивительно, что ну это Диман. Очень удивительно. Блять! Ну как? Полиный пух, жара июль. Тара-па-пара-пара-па. Стоп! Это мне же досталось, мое же?
Да, мне тоже в конце досталось мое же. Это из-за Димана, видимо, то, что он у нас был. Ну это охуительно, кстати. Типа, что, блядь, да нихуя. Теперь попробуй, блядь. Что из-за этого? Вот теперь я попробуй сделать то, что ты, блядь, наговнил нахуй. Что из этого нарисовать теперь, блядь? Ну ладно, можно найти выход. Бля, да тут просто на самом деле максимально. Согласен. Полностью. Ну вот, идеально. Все, ебаная сцена готова. Бля, какая-то она... Ай, блядь. Все, дальше я не знаю, что из этого сделать. Let's get it. Let's get it. Ну, охуенно. Ну все, я не знаю, что из этого сделать. Блядь. Всё, вот так вот должны были примерно рисовать. Да, бля. Всё, и... Ну все, похуй, ладно, я не знаю. Блядь, что-то вообще с дополнением всегда проблема. Все, фу, да, да, да. Ну это утром особенно на стриме работает. Вообще сложно думать. Ну, хорошее завершение. Да. Отлично. Да, бля, чапа у него нахуй огромная. I'll be back. I'll be back, бля. Я лыжник. Лыжник. Да-да. Я не успел нарисовать. А, до-до, я тут да-да. Понял. Красава, Димас. Ловлю на фидер, блядь. Красава, Зарк. А, это Зарк. Два, это тут. А, не можешь блядь. Я не успевал тут жестко, честно. Это мужика змея кусает. Не повезло мужику. Красиво. Да. Марч Симпсон. А слева еще не использовал ничего, ханчик. Бля, вот это ты... охуенно. Да, вот тут охуенно. Тут я прям идеально. Бля, спиздил у меня. Нифига, Тём, ты выдал, слышишь? Нихуя. Хорош, ханчик. MVP получает Хантос. Да не, у меня только вот этот рисунок самый нормальный вышел. И то, блядь, этот самый нормальный. Ебать, ты понял, Баха? Нихуя. О, прикольный Патрик. Нихуя. И этот прикольный. Hello, is this Krusty Krab? No, it's Patrick. Uh-huh. Сука, я не успел даже, рисовать. Ой, блядь, двоечник, сука. Ну ты, сука, ебло ты кошачий. Я не успеваю линии красиво рисовать. А чё ты предыдущий вообще чёрным закрасил, блядь? Еблун, блядь. Спасибо. Там я не успел, это единственный. Гандоний. Три линии, из которых нужно было построить шедевр. О, ебать, имба. Имба, имба. Нихуя. КС, понял. Бля, Зарк, ты хуесос прям ебаный. Блять. Я пиццу сделал. Ты просто по линии. А, стоп, ты ловли на физер. Долик. Да, это водка. Это Гвин? Пиво, это водка. Гвин, смотри. Не мог нахуй ничего сделать. Ты ебал. В космос улетел. О, это Марио. Он у меня тут опускается. У меня, видимо, куда он опускается? Сейчас, ребят, посмотрим вас. Тогда действительно сложные условия вам поставить. О, вот это пизда была. О, у меня чисто фрик сквад стрим. Это прям тяжкая хуйня. Ой, у меня тут тоже тяжкий рисунок был. Просто лобстер, я не знаю, что такое нарисовал. Охуенно. Морские такие тычи. О, прикольно. Не знаю, что это значит. А, ВДВ? Фонтан. ВДВ типа, да, около фонтана. О, нихуя. Рок. А у меня фрик сквад стрим.
Это ты респект. Во, прикольно. Летучая мышка, да. Летучка. Покусанная. Я сам нахуй не смог на свой рисунок ничего нарисовать, блядь. Бля, и бланду. Ты по чем, Тём, слышишь? Лейзи, спасибо за рейд огромный. Ладно. О. Вот вы все смайлики... А, чё? Взял, стёр, блядь. Взял, стёр, сука. Ну, охуеть. Я решила убрать кресты, не хотела ничего такого рисовать. Коровка. И нарисовала, что коровка. Шарики, дротики о, накидают дед хорош. В парках. Меня... О, Ханчик тоже хорош. Реально? Спасибо. А Лера, сука. Это просто, да, типа? Стёрла. У меня ассоциации плохие были. У меня стыка зато ассоциация вылезла на свой же рисунок. Не-не-не-не. Сейчас, смотрите. Это смешно, кстати. 45-й год, смотрите. Блядь. Вот у меня примерно такая же. Это вообще... Как немножко тяжело было. Ну смотри, как красиво. О, гений на Хантике. Ебать, ну а я типа из Plants vs. Zombies вспомнил этот орешек. О, это картошка это. Это орешек. Я не играл в Plants vs. Zombies. Хотя, кстати, что это вообще, орех или картошка? Она снова... А, это хай, это фуга. О, ебать, вот это имба, кстати. Вот это имба. Вот, видите? Видите, как красиво. Она снова стерла, посмотри, блядь. Красава, Лера. Просто нет, я нарисовала свои же линии, свои линии стерла. На трассе просто. Нет. Гоночный, просто гоночный трасс. Извините. Сап? Суприм тип. Понял. Ничего не придумал. Такой красный пистолет есть. Я вот нарисовал. А я поэтому твой рисунок нихера не рисовал. Понятно. Это что? Это, блядь... А я, кстати, не помню, что у меня тут. Карбун из Нотр-Дама, я поняла. Нихуя. Да ниндзя. Йоу. Повестки раскидывает. Ку-йоу. Повестки. Ой. А, че не дорисовалась, блядь? Что за хуйня? Что за речка, блядь? Чья речка? Прикольный червячок. О, червяк, червяк вообще балансный. Я сама нарисовала закат. Это прям красиво именно. Че, давайте плагиат последнюю сыграем. И... Да не успеем, уже 12. Давай нахуй. Все, вы устали? Да. Ладно, ну, ладно. Ну на КС-ку я ебать, там чувак обсобыл просто сейчас. Гоу, гоу, так, гоу тогда КС-очку. Гоу. Спасибо вам, ребят, спасибо большое. Спасибо Лерочке, то, что пришла. Поддержала. Спасибо большое, ребят. КС-очка, это уже без меня. Диман, краткую сводку он ввел сейчас. Спасибо большое тебе. Давайте.